Поехали. Познакомился с Леонидом, он всегда улыбается, у него всегда хорошее настроение на бизнес-молодости. Он рассказал о своей нише, которой он занимается. Он занимается сайтом, связанным с сдачей жилья в аренду. Посуточно, на длительный срок это. Его предложение меня заинтересовало, что в это время я к нему обратился. Мне нужна была помощь в этом плане. Приезжали друзья, и им нужно было разместиться в городе. Проживали по адресу Данилевского, 22, да. Квартира находится на первом этаже, хардкарновый ремонт, все было супер классно, куча света. Даже там была такая штука, что джакузи с такой с подсветкой, кровать с подсветкой. Друзьям очень понравилось. Спасибо ему, спасибо бизнес-молодости за то, что он объединяет людей, у которых разные ниши, они могут друг друга находить, обмениваться полезной информацией и помогать друг другу.